Уважаемые зрители, сегодня вторая и не последняя беседа об Александре Невзорове. Название ее «Ложь Невзорова как жанр». Давайте мы сначала прослушаем, что излагает Невзоров в беседе с корреспондентом НТВ, а потом уже я прокомментирую его высказывания. Дальше потянулись. Возвращаясь к Кашпировскому, в продолжение, зачем ему нужна была Госдума, политика, ЛДПР, в конце концов? Поймите, они все люди не то, что называется вот на вашем языке, не бездарные. Они все моторные, энергичные, тщеславные, изобретательные. Они хотят признания. И не забывайте, что Кашпировский был вынужден пойти в Государственную Думу и заняться вплотную политикой тогда, когда все его сеансы были уже просто напрямую запрещены. И когда он был лишен и эфира, и возможности себя представлять в таком качестве, когда на него было возбуждено уголовное дело по изнасилованию в Чехословакии, когда вообще над ним сомкнулись темные, очень темные тучи. Вот для того, чтобы как-то напоминать себе, потому что привычка к славе – это сильная привычка, он, понимая, что единственный для него сейчас ход конем – это уход в политику, вписывается в ЛДПР, вписывается в Думу и уже начинает светиться в телевизоре в новом качестве. Сам Кашпировский верил в свою силу, в магическую силу? Вы знаете, как всякий хороший актер, он до такой степени заигрывался, что, конечно, с ним было нелегко сказать. Но были периоды, когда он откровенно называл все свои действия жульничеством, да, и театром, игрой. Были периоды, когда он вдруг начинал судорожно в себя верить и убеждать в том, что да, действительно, он там кого-то исцелил или кому-то помог, или кого-то загипнотизировал. Хотя мне это было понятно, я знаю эту технику, я ее изучал, занимался этим вопросом. Это все, скажем так, из очень примитивного репертуара. Ну а теперь мои комментарии по поводу этих ложных, клеветнических высказываний Невзорова. Не первый раз он оболгал меня. В 1989 году в своей передаче «600 секунд» он от всю страну заявил, что во время моего выступления на телевидении какой-то мальчик потерял сознание и упал. Министерство здравоохранения по распоряжению министра здравоохранения Евгения Ивановича Чазова расследовало этот случай. Оказалось, что этого мальчика укусил клещ. И он заболел менингоэнцефалитом, поэтому и упал. Что касается запрета моих передач, то у нас есть документ, и вы все это увидите и услышите, что количество передач по моей рекомендации было ограничено только 6 передачами. Я рекомендовал сделать 6 передач. Почему? Потому что перед этим, в январе-феврале 89 года, я провел 5 передач для детей Украины. И после этого еще был телемост Киев-Тбилиси. Поэтому я не стал назначать больше передач, тогда как-то не было модно быть на экране годами. Вот. Ну, думал, 6 передач, скромность, ненужная скромность. А мог заказать и 100 передач, и это тоже было бы принято. И так мне никто не запрещал. Правда, спустя 4 года журналисты разнесли слух, а теперь и Невзоров это, к этому подключился. К чему? А к тому, что какой-то запрет был. Какой запрет? Какой же запрет? Дело в том, что июля, точнее 23 июля 1993 года был указ Министерства здравоохранения «Основы законодательства Российской Федерации о охране здоровья граждан». Одним из пунктов этого законодательства был следующий. Не разрешается целителям проводить массовые выступления. Второй пункт, что нельзя им давать рекламу на телевидении. Все, меня там нет, я не целитель. И никогда им не был. После моих передач в 89 году
мы уже касаемся вопроса, фразы его «не бездарные, моторные, энергичные». Это кто такие? Кто такие эти не бездарные, моторные? А дело в том, что после моих передач, после телевизионных мостов, возникла самая настоящая психическая эпидемия подражательства. Одни захотели лечиться, а другие лечить. И вот то и дело стали возникать одни, другие, третьи под разными именами. Колдуны, шаманы, знахари, экстрасенсы и прочее, прочее. И самым первым на экране появился после моих первых передач украинских, появился Чумак. А следом за ним люди увидели, что ничего сложного нет сидеть и махать руками, и появилась огромная масса. Естественно, что это, наверное, его и возмутило, но почему меня было записывать в этот отряд, в отряд людей, которые жаждали признания. Я имел признание, мне не надо было с помощью Думы. Кстати, по поводу Госдумы. Для того, чтобы появляться в эфире, поэтому я и направился в Госдуму. Это неправда. Дело в том, что я в то время был гражданином Украины. И когда мне предложили участвовать в Думе, я сказал, я же гражданин Украины, я не желаю этим заниматься. Меня избрали, хотя я в это время был за рубежом. Так что не я стремился в Думу, а Дума стремилась меня заполучить в свои ряды, в лице партии ЛДПР. Второй пункт очень важный. Мало этой клеветы, этого заблуждения со стороны Невзора, он добавляет к этому другое, что я стремился в Думу для того, чтобы спрятаться от уголовного дела об изнасиловании в Чехословакии. Откуда он это взял? Абсурд, я прячусь в Думу от этого уголовного дела. И тут он делает вывод, такой мрачный вывод. Сомкнулись мрачные тучи, темные тучи, И единственный ход конем для меня был, это стремиться попасть в Государственную Думу. Опять блеф, опять беспардонная, абсолютно лишенная логики ложь. Дальше он меня характеризует, что я заигрывался, в чем это выражалось, что я называл свою работу жульничеством, кто-то слышал. Вот сейчас эту передачу смотрят многие, эту беседу. Кто слышал, что я называл свою работу жульничеством? В чем жульничество? Телевизионные операции – жульничество? А все остальное, что я выступаю, до сих пор переполненные залы и здесь, и в других местах, где я выступаю, это называется, я называю себя жульничеством. Дальше. Я судорожно верил в то, что кто-то излечился. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей излечилось. Почему не заглянуть в сайт мой и не поинтересоваться объективными данными? Ведь там же приведены сотни примеров избавления людей от разных заболеваний, причем заболеваний телесного характера, которые никогда не происходили в момент психологического воздействия. Так что это еще очередная ложь. Сейчас мы вам покажем небольшой фрагмент вступления перед первым моим, как говорится, сеансом оздоровления людей, когда диктор заявляет, что по согласованию со мной, по рекомендации моей, нужно сделать 6 передач. Я уже объяснял, почему цифра 6, потому что на Украине я провел 5. И тогда не было, повторяю, принято быть на экране годами. Один раз в 2 недели по первой общесоюзной программе по окончании программы «Время». Повторяться передачи будут на следующий день в утренние часы. Периодичность их выхода в эфир определена рекомендациями Анатолия Михайловича Кашпировского. В цикле 6 передач. Сегодня сеанс 1. Ну вот и все. Но хочется сказать следующее. Александр Невзоров, теперь тучи над вами сгущаются. Вам надо будет опровергать свою ложь. С каким лицом, какими фразами вы будете опровергать? Ведь это самое, вот это жульничество. Что двигало вами, какими мотивами, что у вас было в душе, почему вы так сделали, легко ли вам стало. Выходит, что и другие передачи тоже содержат в себе ложь. Но об этом в наших следующих разговорах о Невзорове. Пускай теперь делает ход конем. Посмотрим, какой это будет конь и какой это будет ход. Но в данном случае Невзоров очень сильно себя опозорил. И это пятно ему смыть не удастся никогда.